Задание выполнено. Теперь у китайской мафии нет конкурентов, и я смогу быть с принцессой. Мы сможем убежать ото всех. Никакой мафии, никакого Интерпола, только мы, котики. Ее охраняет замки Валыч, всего 2 охранника. А, паскудство. Я такой побитый кусок мяса. Кровоточит бедро. Позорный герпес. Ну ладно, я справлюсь. Я комфортабельный. У меня обед. Что ты орешь? Никого не ждем? Нет. Зачем мы тут едем? Стой, я знаю этого чувака. Да стой ты, блин. Он обещал на гитаре играть. У нас очень неудобные маски. Да. Играет на гитаре он. Ты целый день уже это играет. На гитаре хочешь, чтобы я тебя сыграл? Владеешь инструментом? Владеешь. А Киша знаешь? Киша знаю. Что-нибудь из ленинградского рок-клуба. Твоя? Маски, да, неудобные. Ну, моя теперь. Теперь моя. Клево. Клевая. Ну давай. Ты прости, я не знал, да что ладно, ты ладно. Будешь. Знаешь, да. Да ладно. Ты его не помнишь, что ли? Я не помню, я же. Это же этот, как его там звали? А? Как-то только. А? Оно? Уже не скучный ветер. Крыш колдуна! Это Петя. Все так же играет, как и ты. Нормально играешь. У нас похожие стили. О! Нравится! Эх! Понеслась! Давай! Принцесса! 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 Я все сделал.